Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по двум буксам. Profit Starter и Visit Box, которые платят. Я заказала сегодня очередной вывод. 26 рублей у меня было, по-моему. Так, я заказывала сегодня, что у нас? Так, 20.11. 18 год, выплачена комиссию, как бы берут они на PR кошелек. И по Visit Box я хочу заказать вывод. У меня на балансе 28 рублей. Я хочу вывести их. Так, опускаюсь чуть ниже. От вывод средств. Прописываю сумму. Так, 28.47. Запустится 28.47. Нажимаю вывести. Так, деньги успешно отправлены на ваш PR кошелек. Сейчас перейдем на кошелек. Я вам покажу здесь инстантом с Visit Box. А вот здесь нужно подождать немножко. Он инстантом не платит. Он, ну, часа два, наверное, в районе 2 часов где-нибудь. Вручную они, походу, выводят. И приходит, ну, выплата поступает. Так, идем на почту. Значит. Так. Значит, вот это 28.47 Visit Box. И вот это вот моя выплата 25.74 Profit Starter. Один и второй букс платит стабильненько, ровненько, все хорошо. Кому интересно, пользуйтесь. Проект без вложений. Я вот сюда я ничего, как бы здесь я рекламу не запускала, а вот здесь, да, я пользуюсь рекламкой, как бы, если у меня есть проект, который требует рекламы, я сюда закидываю рекламку. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.